бандитки, с вами как всегда спикер, продолжаются боевые сражения в игре Dabz. У нас новая карта, нам дарит 3800, и против нас кто же будет сегодня? Музыканты! Слушай, это моя тактика, я обычно ставлю музыкантов, я обычно ставлю какую-то дичь. О, вот это да, медики, много рыцарей, лучники. Попахивает жареным. Да-да, а не хватает еще на мамонт, хотя еще мамонта. А хотя, знаешь, можно одного мамонта. Много-много-много-много, очень много-много не получается медиков. И вперед мы за мамонта. Все вперед. Не спешим, аккуратненько. Это нам не помеха. В атаку теперь идем. Раскидаем всех налево и направо. Давай раскидывай. Главное, понимаешь, медики нужны мне, главное. Оп, вот так. Эх, ты куда пошел? Ты куда пошел, погоди. Раскидаем. Нет, 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 нет. Меня положили. Жестко положили на ребро. И что же? Что же не хватало мне? Мне не хватало. Сейчас, сейчас, я знаю, кого мне не хватало. Мне не хватало просто пушки. Мне нужна пушка. Ну, пираты, все верно же. А, не хватает денег. Тысяча. Мне нужна тысяча на пушку и все. А катапульта? Пираты где? А, пираты вот. Одна пушка. Мамонт пошел. Мы потом раскидаем всех остальных. Ну, сначала мамонт. Ему дадим еще парочку медиков. И отправим в бой. Все, пушка, пушка, пушка. Не стреляй, погоди, я должен стрелять. А вон там пехота есть. Можно вынести хотя бы одного. Все, мы ждем, пока мамонт всех раскидаем. Наблюдаем со стороны. Стреляем в задницу мамонт. Так, мамонт живой? Огонь! Он уже сдох! Огонь! Оп! Хорошо снял! Там остались, кажется, лучники. Огонь! Минус. Лучники опасны. Они могут издалека стрелять. Огонь! Не пап, тебе их два осталось! Черт, их три осталось! Чуть-чуть. Эй, буквально чуть-чуть не хватило мне. Буквально чуть-чуть удачи. Слушай, я понял, в чем проблема. Все проблема была в пушке расположения ее. Вот, нет, не та пушка. Путай пушки. Вот сюда пушку надо, вот. Я буду со стороны стрелять. По пехоте мамонт обходит с правой стороны. Да-да-да, все это дело по красоте. Хотя можно поставить Зевса, и он всех раскидает только так. Но я хочу, знаешь, чтобы медленно они мучились в страданиях с помощью мамонта. Вот так, мамонт. Все, пошло, пошло, потеха. А пушка едет. Нет, пушка спускай стоит. Мы отстреливаем. Пехоту нужно отстреливать сразу же, что потом мамонт раскидал всяко. Оп, по заднице нормально. А здоровые рыцари! Да черт, лучники эти. Вот так. Мы пока лучников повыносим. Так, идет. Идет ко мне. Идет пехота на меня. Огонь! Огонь! Правей! Чуть левей возьми! Уйди! Уйди с дороги! Нету. А, еще много пехоты идет на меня. Минус. Да чертов с два мы застряли. Повернись. Мимо, 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 мимо. Оп, минус. Они еще отстреливают. И смотри, попались все-таки. Тактика была неплохая, но чего-то не хватало. Да чертов с два их. Слушай, все, пошла потеха. Пошел. Наш Зевс, пушка будет прикрывать меня. Я буду Зевсом. Огонь сразу же. Они ко мне не подойдут. Я тебя уверяю. На 100%. Мои проценты сокращаются, но я пока еще уверен. Свои победы. Пушка пока отстреливает. Мы ее защищать тоже будем. Остались двое. Вот как раз. Не-не-не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. Где медики? Где мои медики? 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 Киль меня. Зевс, вставай. Медиков нет. Зевс сражается. Слушай, они жесткие. Они очень жесткие, ребята. 50 кп. Да чертов с два, дайте встать мне! Не дают встать. Больной заряд! Ух, полетел снаряд. Все, пушка, где моя пушка? Где пушка? Сдохла что ли пушка? Ай, фиг на него. Мы раскидаем все равно. Левой и правой. Минус, минус один. Один заряд, один минус. Нормально. Вот так надо было сразу их раскидать и с ними... Ух, не мучиться. Так, что у нас снова? Ледовое побоище. Викинги, летающие животные, я их ненавижу. Но нам дали 4600, и мы выбираем смерть.
жестко раскидаем с помощью смерти. Две смерти не получается. Но это не беда, в принципе. Катапульту сделаем, все, понеслась. А смерть пошла, я буду сам управлять. Ух, налетели. Не то, что было, да, не то, что было. Это вам смерть. Смотри, как ТП исчезает медленно. Обалдеть, она раскидает всех. Но я надеюсь, слушай, я надеюсь, что ТП исчезает. Нет, она реально выносит просто жестко. Ух, но ХП у нее много, согласись, друг мой. Ух, мы переносимся снова. Она красивая. Так, у нас кто? Царь. Много, много. Это кто так? Погоди. Опять с маленькими головками, трясущими ногами, и как всегда этот тапс. Тут музыканты, рыцари, лучники, все дела. Слушай, можно выбрать, в принципе, смерть. Даже две смерти можно выбрать и раскидать их только так. Но можно сделать по красоте. Не туда ставлю, пардон. А можно сделать по красоте. Мы выберем вот так. Вот так девчонкам на вас. Парочку кактусов, понимаю. Стратегия просто бомбическая, но будет интересно. Вот так. Первый сразу отряд у нас. Смертники. Можно еще одного вот так. Все, пошло дело. Ребята пошли, они сразу накидают. Первый сразу будут смертники. Есть лучники, чуть-чуть буквально. Музыканты помрут. Самый опасный отряд — это правый отряд. Так, у нас купается, накидывается. Бежит наша красавица на вас. Красиво бежит, раскидывает метика. Тут у нас взрывы. Кактусы обнимает царя. Царь в кактусе нормально пожил. Так, что у нас? Где кто? Ребят отстреливает. Кто-то летает позади кверх ногами. Это у нас залезло наверх и скачет, скачет. Смотри, как скачет довольный Харри. Да смотри, какая Харри довольная. А тащит музыканты. Не того ты тащишь. Ты что, весь в кактусе, что ли? Да смотри, он весь в кактусе. Обалдеть. Идет такой. Идет, идет, куда идешь? Ты куда идешь? Ты не туда пошел, мои ребята. Вот оно, ты смотри, как скачет. Я девчонку эту на лосо ни разу не... Это парень станет? Я думал, девчонка. Обалдеть. Это дикий запад. Этот какой-то ковбой, что ли? Давай на лосо. О, там два короля уже. О, полетели наши револьверы. Жестко полетели. Зарубили нашу кобылу. А, чувак с лосо еще остался. Он пытается взять... Ты видел, как мочканул? Ох, я понимаю, тактика была проигрышная. Все эти ребята, но они такие веселые, забавные. Ух! Как она села! А надо будет пересмотреть потом. Я пересматриваю некоторые ролики свои тапсом. Это, знаешь, забавно. К черту всю тактику. К черту тактику, мы будем обниматься с королем с помощью кактусов. Мне понравился, как у короля были эти иголки, реально. Они торчали. Кактусы, нормально, нормально. Идем вперед, обнимаемся, обнимаемся. Кактусовое поле. Полетели, ты смотри, какие колючки. Короля просто нашпинговали, смотри, какой довольный. Его. А лучник еще взад стреляет. Смотри, его просто положили. А, чувак, он весь в кактусе. Они все в кактусе. Мои кактусы летают налево-направо. Ну, понятно, проигрыш. Ладно. Повеселились и достаточно. Давай-ка возьмем пушку. В принципе, да, нормально, пушка. Пушка здесь будет очень нормально. А возьмем вот такого пирата. 2500. Это что у нас? Вот так выберем. И вперед! Я буду за пушкой. Там есть лучники, это довольно опасно. Огонь. Оп. По королю не попал. Оп. Опять не попал по королю. Там идет сражение. Жесткое сражение идет. Огонь. Оп. Он пригнулся. Ай, черт. Оп. Раскидались, раскидали. Идет сражение. Прям по королю. А ему как по пробке отлетело. Так, осталась пехота, еще пехота, еще идет... О, там еще идет сражение.
огонь по пехоте. Огонь, огонь. О, все, 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 все. Идет наступление на меня. Музыканты, какого черта, идите нафиг от меня. Огонь! Оп, минус. Остался один. Нет, минус. Мимо, мимо, мимо. Огонь! Ух, победа. Ты смотри. А куда он попал, кстати? А их не посмотреть, кстати, да? А вот, видно. А, попал прям по пушке один раз, да. В нас не попал. Ну, победа! Поздравляем. Ух, давно мы не были на этой карте. Эта карта, я помню, очень была позитивная. Ну, в принципе, как и всегда. Древние ребята, мамонты, щитовые. Я знаю, против кого поставить, кстати. Я знаю, знаю. У нас есть... Вот такие ребятишки, они пускают салют. Эти щиты полетят только так. Мы вот так поставим, знаешь, парочку поставим. Во-во-во. О, нам сколько денег дали, посмотри. Сейчас мы раскидаемся. Потом нужно вынести мамонтов. Это с помощью вот так. Да-да, выносим мамонта. Одного, второго мамонта. Видишь, все по красоте. Все четенько должно быть произойти. Но я не знаю, что произойдет. И много-много самураев. Все, вперед. Погоди, я хочу пострелять. Воу-воу-воу-воу-воу, это что там происходит? Долгая зарядка. Огонь, огонь. О, что так не точно-то? Уно. А ты смотри, как полетело. Что происходит? Мамонты мешаются, очень сильно мешаются мамонты. Давай чуть левее. Ну, ты куда, погоди. А, там кирпичи кидают. Огонь, 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 огонь. А там еще один лучник, да, остался? Оп! Полетел! Сейчас раскидаем, осталось всего же двое. Нужно чуть пониже. Нашпинговали, слушай, дай посмотреть, сколько там. Один подходит, и на него прям целый град. У него даже руки за спиной, что ли. Он ушел на смерть. Жестко раскидали. Много катапульты против нас. Давненько такого не было. Я знаю, кого нужно поставить. Кто сделает неразбериху, кто сделает черное. Дело все это. Мне нужен... Погоди, где он? О, минотавр. А парочку минотавров пост. Одного, что ли? Я не понял, почему так мало? 300. 300, это чертовски мало. Ну окей, давай Зевса. Зевса и много медиков. Медики. Много медиков. Все, я готов. Погоди. Не так быстро. Мы будем перетягивать. О. Нормально. Пока нормально. Живо. Огонь. По пехоте огонь. Он минус. Эй, какой настойчивый, смотри. Настойчивый малой. Только такой-то нет. Один остался. Один против меня. Ну-ка, давай-ка сам с ним разберись. А нет, стой, еще не все, там две катапульты еще целые. Заряжаем, ребят, все, раскидали. Один, смотри, его как болтается, медиков нету. Один болтается, смотри. Два, что ли? Двойной удар, его тоже добьем. Четенько все, со вкусом и по красоте. Мы снова возвращаемся на нашу гору. Обожаем гору. Против нас. Щитовые ребята. Кого же поставить за 2900? Кого? Мамонта. Одного мамонта. В принципе, будет достаточно. Хотя нет, знаешь, можно еще и медиков накидать. А как же без медиков? Так хотя нет. Вот так раскидаем. Все, пошли. Пошла потехам. Сразу на шаманов идет. Сразу идем на шаманов. Раскидаем. Ну это мамонт, понимаешь? Это ребята щитовые. Ну что они сделают? Чего они могут сделать против мамонта? Ни черта! О, полетел. Ты смотри, за пределы карты полетел. А вы откуда? Погоди, а вы откуда вылезли? Я вас не видел. Я еще живой. Я пока еще живой. Нормально. Ну хп очень мало. ХП чертовски мало. Так, меньше ХП остается. Воу. Меня закидали. Парочку ребят и все, слушай. Мне не хватило буквально чуть-чуть. Мне не хватило медиков. Хотя, знаешь, можно и змей сделать.
Эти ребята такие прикольные. Вот так, парочку змей. Будем прикрывать змей. Да, будем прикрывать змей. Вот так они будут болтаться, мешаться будут. Вон, ребята, с горы спускается эта подмога. Им все понятно. Раскидываем все это дело. А потом идем туда. Так, у нас нету медиков. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, спокойно. Вперед, ну. Вперед, мама, ты что встал? Он уснул, что ли? Ты уснул, что ли? Он точно уснул. Там остались змеи, все. Ой, шаман идет. Черт, шаман. Ну, огонь, ребята. Змей, огонь. Огонь, либо сдохните. Сдохли. Понятно все. Мы просто сдохли. Да нет, нет. Все это дело хорошо. Все это дело прекрасно. Но это не то. Это не то все. Да, это не то. Это буквально не то. Наши древние ребята еще не видели смерти. Наши древние ребята не видели смерти, как она раскидывает всех. Но это не серьезно, конечно, против смерти. Эти ребята просто так, раз и два. Во-во, ты смотри. Обалдеть. Вот это да. Обычные копейщики, обычные копья уничтожили смерть. Слушай, ну это... Это вызов. Понимаешь, это вызов. Это реально вызов. Так, она бьет только прямо перед ними. Так, уворачиваемся. О, нормально, вернулись. Мы идем с прямиком на них. Прямиком. И бьем. О! Давай. Ну, раскидали. Всех раскидали. Вот. И остальную утварь уничтожаем. Да взяли. Ну, бей уже. Денег. Все сдохли. Все нормально. Все победа, понимаешь? Нужна все-таки тактика. Это тапс. Здесь всегда нужна тактика. Да к черту эту тактику, мы берем просто две смерти и раскидываем всех этих викингов. Я даже смотреть не буду. Хотя для забавы можно, конечно же, сделать вот так. Потому что мне понравились ребята. Ковбой довольно прикольные, очень прикольные ребята. Кактусы тоже прикольные, но они очень быстро подыхают. Так, у нас, ух, можно еще взять. О, вот это да, вот это я понимаю. Дикий Запад наступает. Ты смотри, викинги против дикого Запада. Как он скачет, ты смотри, как ты цепанул. Тащит впереди кактуса. Вот этот чувак, конечно, и пошла потеха. Наших лошадок сразу убивают. Ковбои отстреливают довольно неплохо. Куча мала, и кто здесь кто, я не вижу. Но я вижу, мертвые кобылы есть уже. Погоди, это что так новенькое? Я такого не видел. Это что за шаман? Это что за ледышки? Это... Так, ковбой. Заморозились ковбои мои. А там еще лишка идет, все. Смотри, как заморозился, падает. Обалдеть, слушай. Один остался, Мишка подбегает и бьет в харю просто и все. Нам дали чертовски много всего. Я согласен. Так, хорошо. Пушка. Нет. Здесь, понимаешь, нужно... Тут надо три пушки. Да четыре пушки! Сразу залпом все это дело выносим. А тут можно пехоту, очень жесткую такую пехоту. 2500 не хватает, буквально чуть-чуть. Берем еще пехоту и вперед в атаку. Все, мы управляем... Ух, вот это залп. Мы сразу залпом. Огонь! Там все враги, ребята. Четыре пушки, все это вынесу. Давай. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Там еще корыто идет на нас. Конечно, это просто прикалываюсь. Да, это все приколы были. Буквально. Три смерти. И все дело раскидается, прух и прах. Сразу же хватает смерть одного. Наши мишки. Нет, мишки. Наши викинги накидывают сразу сверху и промахивает. Смотри, куча мало. Все мимо. Смерть первая пошла. Три смерти против викингов. А лучники. Во-во-во, ребят, это серьезно, их много. Но это смерть. Сразу кучку, оп. Смерть сразу все. Вот что происходит. Они летают сверху, они летают снизу. Мишка, как ты там себя чувствуешь? Что за ними за брейкданс? А сколько смертей еще живы? Две, кажется, она жестко раскидывает.
Ну и что происходит? Кто кого-то сделает? В итоге-то одна смерть осталась. Походу осталась одна всего лишь смерть. А куда она исчезает? Кстати, я не вижу мертвой смерти. Так, держит все. Шестерых держит. Стрелы летают, смерть. Мишка стоит передо мной. И что будет же? В харю смерти, да? Мина залетает. Еще хватану. Обалдеть, слушай. Жестко, жестко. Ну! Прет, как смотри, как прет-то. Проблемы лучники. Реально проблема. Они просто жестко выносят сзади. Они стоят позади их. Хорошо. Вперед! Я беру первую смерть и все раскидываю. Пошло, потеха, пошла и... Куда я полетел, слушай? Да дай мне управлять за смерть, я хочу управлять. Мне нужно идти вперед. Еще быстрее проиграли. Нет. Все окей, все нормально, но не хватает буквально изюминки. Не хватает, все, пошел. А, вперед, ребята. А, они сразу заморозят. Бей. Вперед, научников. Вперед, научников. Либо я их убью, либо они меня убьют, понимаешь? Ну! Да, чертов с два. Я до них не добрался. Так, хорошо, мне нужно больше пехоты. А какой пехоты? Мне нужно кого-то. Мне нужен кто-то такой, чтобы, знаешь, вынес издалека. Ну-ка, вперед, пошли. Так, отходим с левого фланга. Подчищаем все это дело. Меня колбасит мозг. Подчищаем, идем наушников. Все, вперед. Да. Много хп. Много хп и много смертей. Сразу же. Сразу много, все, обошли. А, еще парень. Это не проблема. Это мы раскидаем. Один мишка и против смерти. Давай, смерть. Смерть вперед. Добивай его. Кайси, два мишки еще оставались. Слушай, ну тактика нормальная была, не хватило буквально чуть-чуть. Мне бы еще пушку бы. Для красоты бы. И было бы офигенно. Давай-ка еще разок. Мы обойдем так же с левой стороны. Все нормально. Но мишка, понимаешь, мишки эти. Так, обходим. Все, корыто уже на земле. Так, хватаем этих ребят. А этих мы сразу же забираем. Давай. Идет мишка ко мне. Так, отбиваемся. Где подмога? Опять снова парочку мишков осталось. Так. Гаси его. Кто еще живой? В харю получил. Снова проигрыш. Да погоди, в чем проблема? Я не понимаю, в чем проблема. Все-таки есть какая-то проблема, и нужно как-то с ней решать. Все это в ведро. Мы берем одну смерть. Нет, мне нужна смерть. Одна смерть, мне нужна пушка. В конце я буду пушкой добивать остальное. Остальной мусор. Мне нужно еще вот так сделать. Пару этих ребятишек. Чтоб куча была, все это дело расстреливалось. Пушка будет отстреливать всю эту кучу. Так, сколько пушек? 3 пушки. Все нормально. Все, по красоте. Ну-ка, погоди. Еще можно вот так поставить. Много. Все, пошло. Я выбираю пушку центральную. Пушка моя центральная. И в атаку. Огонь, ребята! Кто где? Я не вижу никого. Огонь, пушки. Все дело на пушках, понимаешь? Все, минус. Отлично. Кто идет? А, красные мои, пардон. Слева хотел стрелять. Мишка еще мишка. Черт, мешается эта фигня. Мишка. Какой живучий. Ну, о, минус, я спас нормально, ребята. Идет лучники, огонь по лучникам. Ребята, только на вас все. 3 пушки осталось. 3 пушки, в принципе, неплохо. И мы идем. 2х сразу же. Нет, одного. -1. И мой остался последний. Давай, огонь. Оп. Победа, наконец-то. Потные, очень потные ходочки. И мы закончили очередную кампанию, дорогие друзья. И уже закончим на этом ролик. Мы будем проходить новые кампании и смотреть новых ботов в игре Tamps. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи и всем пока.